Василий Дмитриевич Ермилов такой одинокий волк в украинском искусстве. Работы Ермилова сохранились в основном в фотографиях, и то хорошо. Вот эти трибуны, плакаты его, 10 років жовтня. Він багато зміг реалізувати в 20-х роках. Це була доба великих сподівань, тому що вважалося, що царя подолали, це добре. Пока эта идеологическая система не ударила по нему. Товарищ Ермилов ВД и НГ в период оккупации немецкими захватчиками города Харькова оказывали приют и питание подпольщикам. Каждый выходил с окружения сам. Прятался в заброшенном колодце. Когда немцы ушли, он вылез и ослеп. Потухшие паровозы и фабрики ждут угол Донбасса. Там какие-то голодные ритмы у них, голодные. Комиссия сначала предложила оскорбительные 30 рублей за этот плакат. Ни один музей не покупал его работы, ни один музей. В 61 году Ермилов занимается вот такой совершенно утопической идеей, создает памятник ленинской эпохи. Таких художников, сказал он мне, как я в 20-х годах, было мало. Я не сумніваюся, що слава до мене прийде. Ну, так що він розумів собі ціну.